Привет! Жду, пока все отпишутся по качеству связи. Так, нифига себе, у меня падины под глазами, блин. Мне даже никто ничего не сказал сегодня. Подруги называются. Впадины. Лапа, привет. Сейчас. Так. Сейчас, секундочку, я отвечу. Настя, красотка, спасибо. Я вот заехала домой ненадолго и сейчас, наверное, поеду на концерт. Сегодня на рэпе, девочка. Привет, как ты вообще классная. Спасибо. Концерт Элвана. Я могу писать. Ура. Красиво, с тобой можно увидеться. Если ты мальчик, то вообще новый. С кем идешь? Шипа уехала. Я иду с... А, так, кто это написал? Повторите, пожалуйста. Тише. Я иду с друзьями. Друзьями из компании. Настя, во сколько лет ты начала краситься? Я потихонечку красилась уже лет в 14-15. Ну, там тушь и чуть-чуть бровки. А потом уже по полной программе! Ну, сейчас, кстати, я не сильно накрашена. Самое-самое, спасибо, крутой лук у тебя, пушка. От души. У тебя подводка сейчас, у меня сейчас тушь и чуть-чуть карандаш вокруг. Попа орех. Ну, не такой уж и орех, рак уж делает свое дело. Так, каким тональником пользуешься? Том Форд устойчивый. Как считаешь, нормально 14 лет краситься BB-кремом? Если тебе комфортно, то почему бы и нет? Смотря какая у тебя кожа. Так. Как относишься к татуировкам? Нормально, но сама себе не буду делать. Раньше хотела, горела этим желанием, но сейчас что-то перехотела. Надо уже, кстати, скоро выдвигаться. Так, привет, Настя, самая-самая красивая. Спасибо. Спасибо. Как относишься к алко? Ну, очень редко выпиваю, и в основном это стакан белого вина и никакого шампанского, девочки. Да, шампан-стаканского. Значит, девочкам не советую вообще употреблять шампанское, потому что шампанское самый пагубный напиток для нашей с вами красоты, для нашего с вами женского организма. Так, для кожи очень плохо, кстати. Очень красивые глаза, спасибо. Так, ты вчера в этот гадюжник. Так, Крис, блин, можно было написать, между прочим, мне не в прямом эфире, а в личные сообщения куда-нибудь, потому что... Здесь не самая приятная и удобная обстановка для того, чтобы мы с тобой нормально провели диалог. Привет, Настя, красивая, спасибо, позитивная очень, спасибо от души, муа. Обожаю тебя, классная, спасибо. Ты отличаешься от всех этих московских кукол настоящих. Блин, вы такие крутые от души, правда, большое спасибо. Take the jacket off. No. Так, расскажи, как твой день прошел. Сегодня нифига не... Группу ВК сама не веду, иногда отвечаю там на ваши вопросы. Сегодня нифига не делала, на самом деле. Просидела дома, наверное, до вечера самого. Вот. И у меня просто суббота такой день, всегда бездельный. Я отвожу этот день специально для того, чтобы отдыхать от всего и от всех. Завтра уже делишки начинаются. Шампанское. Кристина, хватит, блин. Шампанское, потому что там газы. И плюс сочетание с алкоголем очень сильно на флору влияет и на кожу, соответственно. А группа про тебя и Тимати тоже не ты видишь? Конечно, нет, вы что, прикалываетесь? Носишь каблуки? Да, на выходных одеваю. Но сегодня без каблуков. Ва, такая красивая, Настя, спасибо. Мои щеки сегодня все заценили. Хомячина. Целлюлит вызывает шампусик. Да. Exactly. Даже не верится, что в прямом эфире вижу тебя. Поздравляю. Я тут часто бываю. Ну, не так часто, как раньше, конечно. Так, любимая страна помимо России. Мне раньше очень нравилась Америка. Вот. Там, конечно, очень круто. Я почувствовала себя счастливой, но это было... временное явление и, наверное, поверхностное скорее. А так мне нравится Франция очень. Мне Украина еще нравится. Я там раньше очень много времени проводила. Почему игноришь? Я не успеваю на все вопросы ваши отвечать. В каком зале тренируешься, приеду. Так, чувак, я тебе сказала, что no way.
No chance. А, просто приятно смотреть твои трансы. Спасибо. Школа радиотелевидения и спасибо, Пушка. Есть лучшая подруга, есть. И Московский институт экономики и права. Сколько раз в неделю делаешь плазмолифтинг? Сделала 3 раза уже, и с периодичностью раз в 2 недели нужно делать. Плазмолифтинг на волосы, соответственно. Ванкувер, привет! Peace from Moscow! Здесь сейчас жарко. Где здесь? В Москве тоже, кстати, жарко. Поздравляю вас, москвичи, с приходом настоящей крутой весенней погоды! Лето уже близко! Ё-моё! В Москве круто! Сколько тебе лет? Мне 20. Учусь, конечно. Питаюсь от души 5 раз в неделю, 5 раз в день. 5 раз в день углеводы, белки, жиры, все как надо. Весь мой рацион есть в специальном альбоме под названием «Правильное питание» в моей группе ВКонтакте. Заходите на мою страницу, линк указан в профиле в Инстаграме, и на стене есть ссылка, соответственно, на группу. Я нисколько не хочу весить, мне пофиг на вес, мне главное отражение в зеркале и тонкая жировая прослойка. А, и прям все соблюдаешь. Последнее время стараюсь. Ну, сегодня хлеб чуть-чуть скушала. Я просто сегодня такую хорошую поляну прям накрыла на завтрак, что не могла удержаться. Азиза Манзура, привет! Лэш Барри делаю ресницы. Амалия, привет! Добавь побольше фоток в Инстаграм, очень красиво. Я и так много фотографий в Инстаграм добавляю. Ребят, часто делаю посты, между прочим. Салам с Махачкалы, Махачкала. Привет, коренная москвичка. Точно, да, коренная. Казахстан, привет. Тональный сейчас, тонального нет, у меня есть только под глазами корректор Том Форд. И, если честно, он сегодня не помог, потому что режим сбил, и очень поздно проснулась, поздно легла. Но я не тусила. И сегодня долго не буду. Не жалко было отрезать волосы. У меня уже волосы на месте. В понедельник расскажу вам, какие трессы и какой вид наращивания с помощью тресс я использую. Это просто супер-супер-пупер крутая тема, которая не портит волосы. Мои волосы вот посюда, я их отрезала, недавно психанула, но потом поняла, что все-таки средняя длина, такая, как сейчас, максимально эффектно и гармонично на мне смотрится. У тебя супер фигура, спасибо. Кератин пробовала еще нет, но теперь буду, потому что у меня новый вид наращивания. А раньше нельзя было. Любимый актер Киану Ривз и Венсан Кассель. Спасибо, что смотришь директ и отмечаешь. Мне очень приятно с тобой общаться. Тебе спасибо за внимание. Ты какая-то неинтересная. Тогда свали с моей трансляции, дорогая. Брови подведены карандашом Том Форд. Как вы поняли, я даю предпочтение при выборе косметики именно этой марки. Знакома с твоей сестренкой Вика, она прелесть. Вика или Валя? У меня есть и Валя, и Вика. Просто Вика очень маленькая, поэтому не знаю, как ты могла быть с ней знакома. Так, почему вы с Аленой Шишковой ненавидите друга? Это с точностью да, наоборот, у нас все хорошо, и перестаньте провокации всякие ваши кидать. Так, Вика в школе практика была у них. А сколько ей лет? Может быть, ты что-то путаешь? Так, hook me up with... Что? Крутая кепка, спасибо. Какая-то красивая. Зачем тебе Тимати с английским Неймаром? Господи. Ей 8 или 7. А, первый Б. Да, это моя сестренка именно. Нифига себе. Откуда ты знаешь, что она моя сестра? Так. О, любишь френч? Не очень уже. Привет, Амалия. Ты где? Я наконец-то дома. Она это всем говорит. Что именно? Часто носишь каблуки в обычной жизни на выходных. Какой маникюр нравится? Вот сейчас у меня вот такой маникюр, миндалевидная форма и длина самая оптимальная. У тебя щеки набиты конфетами. Нет, у меня щеки опухшие. Опять напилась воды на ночь.
Никакие скулы, кстати, я не делала. Если бы я делала, у меня бы с моими отеками вообще каша-малаша бы получалась. А почему не короткие? Ну, потому что вот это модно. Я считаю, что это модно, поэтому я буду носить такие ногти. Так, спасибо за позитив и искренность. Тебе спасибо за внимание. А что, вода на ночь разве вредна? Ну, когда много пьешь и ешь соленую пищу, то у тебя на следующий день отеки. Вот, у меня такая же фигня, я тебя прекрасно понимаю. Спасибо. Идеал, спасибо. Спасибо, дорогие. Короче, может быть, я запишу вам трансляцию с концерта. Я побежала, меня ждут. И я вас целую, обнимаю, скоро увидимся. Хорошо? Пока. Ну, скажите мне все пока, поцелуйчики. И вам хорошего вечера. Пока.